Тем временем школы Архангельска закрывают свои двери. Распоряжение подписал глава города. Документ вступает в силу с 19 марта. Но учебный процесс никто не отменял. Заниматься школьники продолжат дистанционно до объявления о снятии режима повышенной готовности. Все дальнейшие указания будут поступать руководителям образовательных учреждений. Родителям же дошколят пока только рекомендовано свободное посещение детских садов. Родители самостоятельно принимают решение, будут они водить ребенка в детский сад или нет. У нас посещение будет свободное. Такой же услугой будут пользоваться и учреждения дополнительного образования. Свободное посещение. Детские сады работают пока в обычном режиме с проведением профилактических мероприятий. Так что если родители приведут ребенка, заниматься с ним будут в привычном графике.